the title tussle, but here's Gundogan. Fiddled through for Riyad Mahrez. Слева в обороне Бернат 14, справа Керрер 24, в центре Маркиньос 5, Кимпембе 3, Неймар. Рахиму Стерлингу. Стерлинг зміг його пробити, удар, який гол забиває Рахім Стерлінг. Перекреслює він всі невдачі, які в нього були в першому таймі. Одним дотиком відправляє м'яч утворити. Іноді здається, що... Розвернув троїх, віддав направо. Ось який перевод, інтересний. І що далі? І момент у Хіттерштеген. Тоже так руками розмахує, ввел це єдиноборство. Вернер Розді. Ну, здесь-то вже забей, пожалуйста. Перекидував... Пас на Габриела. Кебаль. Как классно. Алаба. Еще одна подача. Бензема. Бензема. Это Бензема и это Давид Алаба. Ну вот. Залізною ознакою того, що було порушення правил, Кутіньо. Розвертається класно, як віддає на Ремзі. Той вийшов 1-1. 2-1 на користь. Вбрасує м'яч. Погба. Тут же вперед пасує за спини під ускорення. Активно, но тем не менее бумага и что-то еще. Штрафной. Сану. Чуть позже Бернардески получает мяч на правом. Какая передача! Зинченко не стал бить, решил навесить. Ух, как красиво! И Каспер Шмейхель. В начале матча по, так сказать, наводке испанцев. Медленно, как сырые дрова. Разгораются. Игра Мбаппе опасно. Между ног пытался пробить и попал почти что. Или под опорную ногу Тибо Куртуа, но тот успел сложить. Сборная Нидерландов здесь творит чудеса. Заскучал Дембеле. Куда? Родриго переводит мяч направо. Налево Канцело. Запускает. Ну вот, какая эффектная развязка. О, классная передача. Самбило Конга. До штрафного передача. Сака пробивает ползворота. Спонсор ролика – надежная в своей сфере компания 1xBet, где высокие коэффициенты и быстрые выплаты. По промокоду TARASFOOD получите бонус до 50 тысяч рублей на первый депозит. Все ссылки вы найдете в закрепленном комментарии. Потенциально непрости суперники. Тикарочка, ну ладно, на первый раз простили. Ластиса, но это... Сосиньон. Смотрим. Еще один великолепный пас в штрафную и не попадает Мауро Икарди. Как? Это был Ангель Ди Мария еще раз, да? Вот опеки Жота. И вот какую передачу выдает на Фурухаси. Фурухаси, удар по воротам. 1-0! Такие моменты. Йога Фурухаси. Ну просто так многие болельщики придумали ему. Прозвище Каринца Грин. Но вот Мбаппе, удар с острого угла. И, пожалуйста, момент есть. Вроде бы Бернардо не занял правильную позицию, но бьет. Линделев. Линделев. Хорошая передача. И вот 100% момент. Гол! 4-1. Бруно Фернандеш. Гений. И тех ценников. Венкович, передача в штрафную, блестящая, это он, брат. Передача в опорную зону, Элиот. Проникающий пас, удар, Салах, гол! Пас. Бочкай, внешней стороной стопы, потрясает. У Ливерпуля, Фабиньо. Пас на Салаха, Салах. В него, точная передача в центр. Фред оттуда. Отличный пас в штрафную. Момент. Надо забивать. Удары. Но тем не менее, Фернандеш мячом владеет и играет на Роналду. И дальше хороша передача на Эдинсона Кавани. Тем не менее, Кармахаль сыграл через центр. Сыграл точно Казимиру. Шикарная передача. Винисиус Джуниор упускает его защитник. Бразилец бьет. И это гол. Более того, во всех матчах сезона, во всех турнирах Ливерпуль хотя бы один. Опять пас на Мбаппе. Будет ли хет-трик в первом тайме? Нет, не будет.
Положения вне игры нет. Гюндоган в штрафную. Канцелу! Не забивает и он. Бен. Аталанта дисциплинированно сыграл. А вот здесь передача очень неаккуратная. И Рашфорд. Попытка номер какая? Пятая на этот раз точно. Рашфорд. Абсолютно разный. Жота. Паламино. Хорошая передача на Сапата. Брахтанко. Сапата в штрафной. Но забить Сапата. 2-1. И что? Положение вне игры. Атака Ливерпуля начинается. Александр Арнольд забрасывает штрафную. Бернардески. Передача. Мойзе Кин. Гол. 1-0. Классно разыграли туринцы. И, пожалуй, вот в этой атаке поражение от Арсенала. Там вообще получается в первых четырех домашних матчах прошлого сезона у МЮ было ни одной победы. Гол! Игрового уровня. Но сразу четверо появились. Опасно! Гол! Гол! Четно, горячо, в штрафной и у штрафной Тоттенхэма. Дальше пас. Удал Роналду. Это гол. Это гол. Великолепный гол Криштиану Роналду. 1-0 в пользу...